Привет всем! Неделя выдалась насыщенной. Нам, как всегда, прислали много роликов, мы отобрали самые интересные и сейчас покажем их вам. Поехали! Сегодня выпуск будет посвящен больше туристам, путешественникам и экстремалам. Рыбаки выловили неизвестное существо. Где это произошло, в Магадане или далеко за его пределами, выяснить не удалось. Известно, что приготовить из животного экзотический ужин никто не решился. Мыс Островной – один из самых популярных пеших маршрутов. Его протяженность 18 километров в одну сторону. Жители Магадана проводят там выходные. И даже холодный сентябрь не останавливает туристов от похода и купания. Рита идет босичком. Не, этот микромассаж. Россияне, обращаюсь к каждому. Ходите в походы, радуйте нас своими фоточками, видосиками, там, популяризируйте это движение, как всегда. Вот. А в подарок мы хотим сделать вам вот такой прекрасный вид на закате, там, острова, мыс, моя, все, что хотите. Хватит говорить, не сейчас. Каремкенские заброшенные штольни привлекли внимание туристов. Горные выработки 70-80-х годов в большинстве случаев завалены породой, но любителям пеших туров удалось найти одну, где с особой осторожностью можно пройти на 50-60 метров вглубь штольни и увидеть необыкновенные природные явления. Они росли. Не сразу опустилось, как бы на росте вода появлялась, не так увеличивалась. И вот эти вот полоски, как говорят, на скорости роста. Многие говорят, что Магаданская область покорила их своей природой. Мы покажем, о какой природе идет речь. Покорили очередную высоту и показали пейзажи. В рубрике «Мобильный репортер» — красоты, которые открываются при восхождении на одну из самых высоких гор Хансынского района. Поручий дельфин поднимает. Открылась в правом верхнем углу вершина горы Аган. Там внизу долина реки Хахандя. И еще дальше за Хахандей река Фараона, за Фараоном Арманя, за Арманей Хилгален, Хилналин. А там дальше где-то в Тумане гора Игольша, на которую мы собирались и прособирались. Открылась долина реки Аган. На сегодня все. Не забывайте, что у вас есть возможность прислать нам свои необычные, забавные, а главное интересные ролики на номер 8-914-856-86-87. И, возможно, именно ваше видео окажется в нашей рубрике «Мобильный репортер». Пока!